не перестает радовать своими успехами мастер пауэрлифтинга Владимир Викторович Чередин, который в своем любимом жиме штанги лежа в экипировке добился феноменального результата на одном из самых представительных стартов 2021 года. Город Москва, чемпионат мира по федерации ВРПФ 16-19 проходил в центре Москвы, ВДНХ, павильон 57. Количество участников около 3000. Соответственно, в течение 4 дней помосты трещали с утра до вечера с 9 до 22.00. Награждение, выступление, ну и все прочее. Отметим, что мазырянин в составе сборной Беларуси занял второе командное место, третье у Ирака, первенство осталось за Россией. Скажем, что индивидуальные успехи нашего собеседника были достигнуты в следующих видах программы. Выступал я в 125-й категории, мой вес был на помосте 124-300 на взвешивании. Выступал в однопетельной и многопетельной софт-экипировке в 125-й категории. 6 золотых медалей в различных видах программы, великолепные результаты, а главное желание продолжать начатое дело, стремление дальше и дальше тарить дорожку пауэрлифтерам Мозырщины, озарять светом своих наград весь полесский спорт. В дальнейшем, конечно, планируем следующий год. Сейчас немножко отдых, и следующий год будет насыщен тем, что планирую федерация IPF выступать на чемпионате мира. В этом году немножко не получилось в связи с болезнью, переболел коронавирусом. А в следующем году в Алма-Ате в мае месяце чемпионат мира IPF. Ну что же, дорогие друзья, пожелаем Владимиру Чередину дальнейших успехов и учеников, которые со временем все непременно должны быть у этого выдающегося мастера.